Пожарская котлета из Тверской области будет бороться за первенство на национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». 19 ноября на одноименном сайте конкурса стартует голосование за лучшие продукты. О том, как в Твери готовят те самые пожарские котлеты, рассказывает наш корреспондент. Происхождение названия этого мясного блюда связано с Дарьей Пожарской, владелицей гостиницы и трактира в городе Торжке, где эти котлеты подавались гостям. Их вкус оценили еще знаменитые поэты Пушкин, Жуковский, Гоголь и другие известные личности. Рецепт пожарских котлет занимал особенное место в поваренных книгах 19 века. Готовят их из мяса на сливочном масле и обязательные ингредиенты – сухарики из белого хлеба. Сейчас пожарская котлета – один из гастрономических брендов Верхневолжья. По словам рестораторов, и в наше время пожарские котлеты пользуются спросом как у гостей Верхневолжья, так и у коренных жителей Твери и Тверской области. У каждого повара есть свой особенный секрет приготовления этого блюда. Это блюдо можно найти практически в каждом меню Тверской области. Шеф-повар одного из городских ресторанов поделился с нашей съемочной группой секретами приготовления этого блюда. Оказывается, некоторые изменения в рецептуре все же есть. Но технология остается неизменной, как и 200 лет назад. Наши котлеты приготавливаются из фермерских цыплят Тверской области с добавлением диетического мяса индейки. Повар может добавить ингредиент, какую-то изюминку, что-то чуть-чуть отойти. Но способ приготовления, где-то томление, не может быть жарко, заменится томлением. Отведать ту самую пожарскую котлету, о которой писал Пушкин, желает практически каждый гость столицы Верхневолжья. Рассматривая маршрут путешествия, нельзя не взять во внимание гастрономические особенности региона. Факт, что о пожарской котлете известно за пределами ее родины. Потому у нее есть все шансы выйти в лидеры в конкурсе «Вкусы России». Участие в проекте тверских производителей поддерживает и глава региона Игорь Руденя. Мероприятие, поддержанное правительством Тверской области, представляем на конкурс 15 брендов от 15 тверских производителей. Туристы будут знать об этом, когда будут они появляться, эти продукты, в ресторанах на наших объектах питания. Сейчас эта работа тоже ведется, потому что объекты питания могут попадать тогда в гастрономические карты. С 19 ноября по 2 декабря на официальном сайте конкурса «Вкусы России», который объявлен Министерством сельского хозяйства России, будет идти народное голосование. Тверскую область, кроме пожарской котлеты, представляют и другие гастрономические символы Верхневолжья. Это кашинская вода, селигерский морс, мука Верхневолжья, тверская сушка и еще ряд других уникальных продуктов. Конкурс проводится впервые. Поддержать любимое блюдо тверских производителей можно на сайте «Вкусы России».